2 февраля Православная Церковь почитает память преподобного Ефима Великого, который имел пророческий дар и исцелял больных. В народе этот день получил название Ефима Зимнего или Метельного. Обычно во второй день февраля самая холодная погода. Бушуют метели и дует холодный северный ветер. В народе считалось, что февраль – месяц метелей – Недаром на Руси говорили, в юге до метели под февраль налетели. На Ефима ветры дули, шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали, говорили в народе. В народе считается, что сегодня нельзя выходить затемно из дома, так как на улице бесчинствует нечисть. Она может запутать следы, чтобы путник домой не вернулся. Наблюдали на Ефима за поведением животных. Внимательный хозяин знал, если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят, жди метели. Женихи с невестами часто назначали дату свадьбы на Ефимов день, потому что не за горами был Великий пост, в течение которого церковь запрещает шумное веселье и венчание. По старорусским традициям этот день благоприятный для бракосочетания. Союзы, созданные сегодня, будут крепкими и счастливыми. 2 февраля принято наблюдать за погодой. По ней определяли, какой будет масляная неделя и будет ли возможность устроить уличные ярмарки и народное гуляние. Главный обряд, который проводят на зимнего Ефима, касается рожденных в этот день. По давним верованиям, такие люди страдают от многих болезней. С давних пор считалось, что человек, рожденный в этот день, не доживает до седин. Поэтому повитухи, которые раньше принимали роды, относили пуповину новорожденного в дупло дерева и произносили следующие слова. «Птица здесь гнездышко совьет, и раб Божий сто лет проживет». Согласно поверью, такой обряд помогал продлить жизнь. После этого знахарка должна дойти до своего дома и ни разу не оглянуться назад. В благодарность за ритуал родители ребенка одаривали знахарку вкусностями или деньгами. Часть поощрения бабка относила в церковь, где заказывала сорока уст о здравии детей. Мужчинам в этот день отводится особая роль. Их задача отогнать метелицу, которая прилетает на санях или снеговом ковре и принимает вид старухи или молодой девицы. Для этого дворовыми метлами следует широко обмести вокруг своего дома и, выйдя в чистое поле, промести по воздуху. Так мужчины защищают свою территорию от бед, которые может нанести метель. Незамужние девушки в этот день специально теряли варежку у коловорот любимого. Если он поднимет ее, значит чувства парня взаимны. А если же пройдет мимо, то такой паре быть вместе не суждено. В этот день не стоит поднимать мелочь с дороги, ведь это приведет к бедности в будущем году. Перебирать крупу 2 февраля не нужно. Это сулит ссоры и выяснение отношений с близкими людьми. В народе считается, если петь песни после захода солнца, то следующий день проведете в слезах. Считалось, что те, кто родился в этот день, приветливые и интересные личности. В силу своего любопытства и новаторских идей, они часто становятся изобретателями. Единственное, что подводит таких людей, это здоровье. За ним следует внимательно следить, дабы не заметить хронические заболевания. Человеку, который родился 2 февраля, для улучшения состояния здоровья следует иметь амулет из бирюзы. Сегодня можно поздравлять следующих именинников – Захара, Инну, Ефима, Павла, Льва, Семёна и Риму. В народе считалось, что если в этот день небо затянуто серыми облаками, к снежной вьюге. Снегопад в этот день к метелям на протяжении всего февраля. Солнечная погода в полдень, крайней весне. Сильный ветер к дождливому лету. Что же категорически нельзя делать в этот день? В народе считалось, что нельзя брать в руки нож. Если сегодня порезаться, то принесешь болезнь кому-то из близких. Нельзя поднимать с земли мелочь, обречешь себя на нищету. Нельзя в этот день терять перчатку или варежку, потеряешь имущество или деньги. Солнечный полдень, значит весна придет рано.